Итак, всем привет, всем, с вами я, Майнкрафтер номер один. И сегодня вышла такая очень грустная ситуация. Меня выгнали из моего дома, отняли у меня все вещи, забрали мой костюм. Я стал вот таким вот бомжом. И буду стараться выживать в таком вот городке небольшом. У меня, как вы видите, уже штаны порвались. Дальше я еще чуть-чуть себе стрижечку сделал такую. И мне отдали чуть-чуть вот таких вот разных фруктов. Палку на всякий случай, чтобы мутузить всяких тупых гопников, бомжей, ну и так далее. И сегодня я попытаюсь устроиться на работу какую-нибудь. Может быть, даже попробую где-нибудь зарабатывать. Если я, конечно, смогу. Ну и давайте-ка поставим первого лица и будем стараться выживать. И, кстати, вот такие вот у нас небольшие дома. Я вот зашел в небольшой вот этот вот уголок. Здесь меня не достают всякие зомби и так далее. И я тут могу спокойно пожить. И еще, здесь, кстати, бутылочки тоже есть. Надо их собирать, потому что их можно ждать и заработать на них неплохие денежечки. Как же мне повезло, что здесь бутылочки. Так. Пока я буду, наверное, зарабатывать с маленького, потом уже попробую как-нибудь получше делать. И, кстати, вот там какой-то чувак, может, попрошу у него устроиться на работу. Эй, привет, чувак. Это я. Здравствуйте. Ну ладно, какой-то неразговорчивый. Наверное, все думают, что я какой-то бомж. Поэтому со мной не хотят разговаривать. И тут, кстати, опять бутылки. Как же мы сегодня видео с бутылками. Наверное, опять гопники тут выпили и не выбросили ворну. И, кстати, я сейчас нахожусь там, где автомойка. Вот это вот я на нее хотела бы, как бы сказать, устроиться на работу. И вот этот вот рынок небольшой. Я бы там купил всякие вещички. И я вот заприметил такой вот домик небольшой, как видите. Там где-то полицейская часть, вот там вот впереди, тоже есть. Но до тут добираться еще далеко. Я хочу сначала разбиться чуть-чуть, потом уже купить машину себе. Вспомнил, завод машины же там находится. Ну, разбиться для начала. А потом уже мы с вами крутим. Ой, кто меня там бьет? Кто меня бьет? Кто меня ударил сейчас? А, это ты, гопай тупой. Ребята, спасайтесь. Спасайте меня. Я не могу умереть. У меня остались только мои старые вещи. Это просто невозможно. О, тут стол какой-то геймерский кто-то вышвырнул. Ай, как же больно. Как же они меня достали. Давайте-ка зайдем в дом. Дождь еще пошел. Ну все, точно идем в дом, ребята. Бежим со всех ног. Мне нужно, во-первых, подхилиться, во-вторых, надо куда-то бежать. Здравствуйте, девушка. Девушка, алло. Вы продаете тут дома? Поза кто-то гонится, давайте-ка я вот так спрячусь. И съем арбузик. Так, здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Не могли бы вы меня продать какую-нибудь квартирку? Мне просто нужно тут где-то пожить. Я тут не местный. Ну, сами понимаете, да? Вот. Я бы хотела купить где-нибудь. Я поняла. Сейчас посмотрю, есть ли свободные. Да, есть одна свободная квартира. Она стоит 30 стаков долларов. Чего? 30 стаков изумруда? Ну да. А что так дорого? А потому что эта квартира, там вы не как в коммуналке живете, а вы одни живете. А есть какие-нибудь коммунальные квартиры, мне просто чтобы поспать, ну и так далее. К сожалению, нет. У нас город, а не какая-то колхозная местность. А, ну ладно. И еще, помойтесь сначала, прежде чем входить в квартиру. Да. Не очень приветливые люди. Еще дождь. А я могу тут пока у вас переждать ночь и вот дождь?
Можете подождать. Если хотите, можете пока осмотреть второй этаж. А, спасибо. Так, ну вот мы поднялись. Второй этаж такой. Здесь, как я вижу, вот такая вот пустая квартира, наверное, ее не купили еще. И вот тут какая-то квартира. Вау, здесь какой-то геймер живет. Или как его там зовут? Ну ладно, я думаю, моя квартира будет это. Стоп, надо спросить, а эта квартира продается? Ну просто интересно. Ой, не туда. Девушка, я еще у вас хотела спросить. А вот так вот квартира, которая на втором этаже. Что, простите, вы просто едите арбуз, я не слышу. А, простите. А вот та вот квартира, которая на втором этаже, она пустая? Там, где геймер жил? А, там жил какой-то геймер, я не помню его имя. Но он не знаменитый особенно. Он там жил, а потом съехал куда-то в другую местность, говорит, что здесь невозможно снимать. А, понятно. А она сейчас, ну, свободна? Да, она свободна. И сходите, можете ее тоже купить, только она стоит 50 стаков. Ну, мне кажется, геймерская лучше, потому что там все-таки квартира попросторнее. Я думаю, куплю геймерскую. Спасибо. Вот уже дождь кончился. А, нет, еще не кончился. Ну ладно, давайте-ка. Вот так вот. У меня уже арбузов скоро не будет. Давайте-ка. Попробуем устроиться на... Ой, а что, тут диван выкинул кто-то? Ой, ну ладно. В принципе. О, бутылочка. Ай! Кто меня там бьет? О, сколько тут жителей. Жители. Ну, что у вас там происходит? А, это что, полицейский участок? Ну, что, все столкнулись в полицейский участок? Ну, что тут? Да, здесь у нас, по-моему, ярмарка уже была. Такая здесь что? Ага, вот, по-моему, полицейский участок. Давайте-ка зайдем. Так, зайдем. Мне кажется, нужно купить себе документы на бомжа. Вау, ребят, посмотрите, что у них там за машины. Вот так вот выглядит настоящие миллиардерские машины. Вообще зачет. Я хотел бы какую-то из них помыть. Надеюсь, мне предложат такую работу. Если я куплю сейчас себе эти права. Можно купить саму машину. Ну, для начала давайте купим себе документ. Ау, есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь из полиции? Ау. Да-да, мы здесь. Что вам нужно? А, где вы? Я тут, я просто смотрю за этими людьми. Они пришли, чтобы переждать вот этот вот дождь. А, здравствуйте. Меня зовут бомжик номер один. У меня такая вышла плохая ситуация. Я стал бомжом, и у меня отняли документы. Вы куда? А, ну продолжи, я вас слушаю. И вот, короче, у меня отняли документы. Угу. Дальше. Отняли у меня дом. Угу. А на каком основании? Я снимал видео в своем особняке. У меня там было куча всего. И я был, ну, просто обычным жильцом. И мой сосед, он тоже такой геймер. Ему, в принципе, не понравилось то, что я делал. И он решил позвонить в полицию и заявить, что я типа одну. И вот у меня отняли все вещи. Ну и вот так. Оставили только палку, деньги и это. Да, хорошо, а что вы хотите? Я бы хотела документы какие-нибудь. А, если вы хотите документы, вот идите к той девушке. Она вам сделает документы. А, спасибо. Ой, так, здравствуйте. Ой, извините. Здравствуйте, женщина. Да-да, я вас слушаю. Я бы хотел купить какой-нибудь документ себе, если у вас есть. Да, у нас есть документы. Ага, когда я их могу получить? Заплатите сначала $2, и завтра можете приходить за ними. Ага, а кому платить? Просто положите туда. Хорошо, сейчас давайте. Выброси. Так, это у нас $17, это $5. Это $1 и вот $2.
Так. Давайте-ка. Вот так вот вам скинем. Вот, $2. О, хорошо. Тогда завтра приходите. Ровно в 6 они будут готовы. Ага, хорошо. А вы заберете эти доллары? Да, мы заберем их завтра. Ага, спасибо. Итак, ребят, мы вроде купили. Я еще должен кое-что спросить у полицейского. О, полицейский, есть кто-нибудь здесь? Да, я здесь, О, здравствуйте, еще раз. Ой, что это? А, я бы хотел у вас спросить, я могу пока без документов работать где-нибудь? А, если ты хочешь работать, мы можем тебе предложить такую небольшую работу. О, ты видел соседнюю автомойку? Ну да, видел. Так вот, в этой соседней автомойке ты можешь пока помыть мою машину. О, я там договорился с этим человеком. Он тебе... Я тебе буду платить $2 за одну помойку. Ага, спасибо. А где ваша машина? А вот там вот, впереди красная. Ключи от нее находятся у меня, я вам сейчас дам. Да, давайте. Только смотри, не убей мне ее. А, да, хорошо. Так вот, мне уже дали ключи. Машины. Давайте-ка сядем в нее. Как она открывается? Аккуратнее. Так. Так, отойдите, пожалуйста, я тут веду машину, я еще не опытный. По вождению. А, и как мне выехать? Ладно, вот так выехал. Так, по ней ничего не повредил. Ой, я что-то совсем не умею водить машину. Так, едем. Ну, и чего мы встали? Какой-то житель тупой. Так, бип-бип, отойдите. Ёлки-палки, я там паука задали. Так, мне кажется, вот сюда надо было завернуть. Едем. Стоп, я потерялся. Куда мне нужно ехать? Так, едем. Да, вот она, автомойка находится вот там. Там где-то автомойка. И надо будет навигатор себе когда-нибудь купить. И вот мы едем уже. Так, все, я вроде нашел место. Так, вот она, автомойка. Давайте-ка заедем в эту. Ой, а тут ничего нету. Меня не предупредили об этом. Ну ладно, у меня есть ведерко воды пока. Давайте-ка вот так вот подъедем. Думаю, никто ругаться не будет. У нас же вот этот профи парковать машины. Так, давайте вот. Так, нужно быстро забрать ведро воды. Опа. Ай, они тут вообще что ли не делают смывалку? Опа. Ну давай, водичка. Опа. Она не берется, у меня вода не берется. А, не, все, набралась. Так. Ой, что же я наделала? А, все, она испарилась. Так, ну вроде вот она уже пылает от яркости. Я думаю, она уже готова. Давайте-ка сядем. Едет ли она? Да, едет все. Поехали в полицейский участок. Вот так вот заворачиваем. Едем. А, вот он, мой полицейский участок. Я как-то кругами ехал. Кажется, все впереди находится, так рядом. Заворачивают. И где полицейский участок находится? Ой, что-то меня залагало. У меня машина так. Так, здравствуйте, полицейский. Вот ваша машина. Посмотрите, она помыта вся. Полицейский, мистер полицейский. Да, я уже вижу. Вот ваша машина, я ее помыл, как вы и сказали. Да, хорошо, вот ваши деньги. Ага, спасибо. А это не те, которые вы взяли у меня? Да, это те, которые мы взяли у вас. О, они нам... Ну, мы их собрали, просто ты наработал и забрал эти... А, я понял. Понял. Так, ну спасибо тогда. Итак, у меня $64. Давайте я пойду вот эти вот баночки пустые сдам и получу выручку завтра. И... Думаю, вам нам пора прощаться. С вами был я, бомжик номер один. Я себя так буду теперь называть. Всем спасибо за просмотр. Ой, что я их ставлю? Короче, с вами был я,